Всем привет, ребят. Ну что я вам показал? На сардельке, как я фармил локации для бездоната с помощью космо основы. И вот сейчас я вам покажу этого космо, которого прокачал. Он не максимальный, не надо максимального. Этого вполне хватает. Вот он прокачан, 40-я судьба. В снаряге я даже его не прокачивал. Сейчас мы его прокачаем, чтобы вы видели, то есть то, что вы видели на сардельке, как я там фармил, ну вы часть, конечно, видели. Сейчас это покажу уже от лица. Основы на русском сервере, чтобы вы увидели результативность данного героя, мы пойдем в рейды. Сейчас мы прокачаем немножко созвездия. Потом вообще без созвездий, без ничего, и я вам скажу, фармил очень прилично, мне понравилось. Так, точность, ну, в принципе, нам точность не особо нужна. То есть даже не на максималке, он обалденнейший герой, который будет во многих локациях тащить. Так, как обычно. Нифига на русском сервере не падает толково. Так, уклонение жизни. Прям мега удача. Так, оставим. Что у нас там созвездие стоит? Победный. Давайте пооткрываем коробочки. Может, что-то интереснее выпадет. Кстати, пиромах как вариант на архе. Пусть будет. Потестируем. Вот такая вот сборка, не топовая. Ой. Сори, ребят. Но смотрите, что мы сейчас сделаем. 9-9 ожива. Реально обалденнейший талантик плюс воодушка. То есть такая сборка... Ну, наверное, самое универсальное будет для фарма. И немного атаки, и оживает два раза, и все время заряжен. Так, пиромах. Ну, то есть, чисто такая вот сборка. Не топовая, нету там топовой максимальной прокачки. Можно десятку даже ставить, этого вполне хватит, как обычно. Не могу ничего зафармить. Окей. Давайте героя протестируем изначально на волнах. Вот с такой вот сборкой. Я поубираю сейчас всех. Вот остался один герой. Смотрим. Пришествие. Что там мы? Начинали. Сейчас потестируем, и я покажу вам самую основную суть. Ну вот, неплохо уже. Уже получше, скажем так. Ангел отхиливает. Отражалки нам не так страшны уже. Можно было бы, кстати, еще и хранитель леса поставить. Если цель фарм. Потому что пиромах это больше для архи будет. Заходить герой на архидема не будет. Очень имбовый, особенно на 12-12. Ну вот видите, все, мы уперлись. И дальше мы не пойдем. Если у вас будет стоять воодушка, АБ то же самое будет. На максималке у меня на английском сервере прокачан, можете посмотреть, там просто... А, вот 26-й прорыв, там уже плюс 800 жизни, нереальное что-то. Вот АБ. Вот АБ5, то есть герой соло проходит с воодушевлением волны на ура. Мне эта сборка даже побольше нравится, чем сборка, которую я вам показывал для фарма на волнах. То есть это идеальная сборка для фарма. Да, и на PvP локации, если вы качаете там 20-ку, поставите ремку или выше,
Больше урона, честно скажу, не надо. Герой будет у вас оживать, не будет сливаться. Вот видите, вот отражалочка пошла. Ну вот заблокировал, не дал включиться. И отлично, С4 тоже зафармлено. Супер. Ну интересно, С5 зафармит соло. По идее, да, зафармит без проблем. То есть даже отражалки не страшны уже. Если поставить еще хранителя, то будет еще топовее. Но вдвоем с пиромагом должны они затащить по-любому. Вот так вот. С5 пройдено. Вот автопрок, конечно, если был бы не автопрокер, возможно, не такой бы был бы имбовый герой для некоторых локаций. Но с воодушкой это просто супер смотрится. Посмотрите, подпустили. Ну, отлично. Просто чудесно. АД4. Ну, АД5 мы сейчас, возможно, не зафармим опять по той же самой причине. Не успеет подойти. Ну, это на сегодня, ребят, самый идеальный герой. Даже тот же самый Огник, ну, никак не равняется с этим героем. Посмотрите, что делает с драконом. Просто вау, вот отправил. Но тут мы не успеем. Давайте Аджай волну сразу попробуем. Дальше просто здания у нас будут разбивать. Ну, вот опять видели, слились на отражалки, резнулись. То есть, да, в этом весь плюс. То есть даже если будут отражалки, герой будет резаться. Ну, тут без вариантов просто. Попробуем еще и. Тут тоже, я думаю, сольют на ура. Хотя. Здание разбили. Ладно. Это такое. Поехали, героя потестируем на командных локациях. То есть у меня есть здесь команда, сейчас ее создам. Вот. Берем этого героя с воодушевлением. Берем тыковку. Я не знаю, какие там у нас будут наши союзники. Лазулю. Не во всех локациях она будет офигенно заходить. Почему? Потому что иногда вот этот стан мешает. Так, стрелок. И берем Фрею. Все, вот такая вот сборка. Поехали, шторм мяса 1. Я не знаю, кто там будет у нас. Я сейчас так побыльку покажу вам просто на этих всех локациях. Ну, то есть тут без вопросов, тут очень все быстро. Мясо 2. Не знаю, тут есть люди, нету. Можно, в принципе, и соло. Пойти. Тут тоже, думаю, проблем не будет у нас с такой командой. Ну, ворожая нету только для отхила. Хотя, в принципе, если все включатся, он мне не нужен. Нам отхил. По сути, мы не сольемся все равно. Так, давайте тут тоже соло попробуем. Можно было бы сюда Анубиса поставить, чтобы он быстрее убивал тоже всех юнитов сразу. В принципе, это нам не надо. То есть соло, как видите, проходится на ура. Лазуликс замораживает, она замораживает, и вам ничего по сути уже не надо. Так, успеет, не успеет. Есть. Отлично. Четвертую идем. Сейчас посмотрим, может кто-то есть. Отлично.
Ну, я сразу стою в центр. То есть можно таким образом, у кого там есть попытки, можете поводить. Ну, вот все без проблем. То есть центр разобрали. Ну, это легкие локации, скажем так, для этого. Без проблем. Поехали дальше. Лава. Ну давайте жмите. Первая лава. Тут тащерка. Давайте станем в противоположной стороне от этих тащеров. Они там дотащили, мы уже половину базы разбили. Ну, то есть, как видите, герой реально помогает, он блокирует, он парализует, ребят. То есть, паралич столько длится, что просто нереально. Я не знаю, может его понерфят, но если нет, то это реально жестко. Будет трэш полный. Так, остров лавы 2, давайте соло побегаем. Попробуем. Правда, отхила нет, но... Я надеюсь, нас ангел спасет. Вот, видите, слилась тыковка. Ну, даже так вот. Без тыквы, конечно, я сейчас тут ничего не затащу. К сожалению. Посмотрите, что герой делает. Может, и затащу, сейчас посмотрим. Не, я не успею, наверное... по времени всех убить. А может и успею. Не, я их не успею. Их очень много. Давайте еще раз. Ну тут надо заморачиваться, выставлять героев, там выставлять навыки. Я, как видите, просто танчу. Сейчас попробуем таким образом. Так, отлично, зацепились, но у нас отхила, к сожалению, просто нет. Так, нам самое главное, чтобы тыковка вперед не бежала, и все. Так, нас тут замедлили, лазуля включился, тыква разогналась, ну, в принципе, все. Вот они вдвоем сейчас будут с лазулей вместе трешивать. Вот и все, сейчас они будут блочить просто центр, и там вариантов просто нет. То есть Лазуликс плюс Космо, это все. Даже в PvP локациях то же самое может быть. Так, третья лава. Соло я, наверное, тут ее не затащу, потому что у меня тут нету. Ну, давайте попробуем соло. Хоть посмотрим. Ну, лучше, конечно, ее фармить команде. Ну, Анубиса, как видите, у меня нет. Но мне, в принципе, Анубис там и не особо надо. Мне и так посливают всех. Но я не успею по времени, видите. То есть я один могу удержать, но мне не хватит пачек. Ну, то есть скорости, чтобы убить все. Одного демона даже я не добиваю. Но, как видите, тоже тот же самый принцип. Так, поехали. Самое интересное дальше. Дальше у нас идут командные пришествия монстров, пустошь хаоса, ПХ. Вот я убираю всех. Смотрите, что я делаю. Я ставлю только одного героя. Так. Смотрим. То есть соло. Поехали. Давайте 4 попытки. Вы просто увидите, что может герой соло делать.
Ну, в команде то же самое. Не на всех он заходит, потому что иногда демоны выходят и получается ловушка мешает. Ну вот в таком случае, там первое, там где демоны не особо. Ну, можно стрелка, конечно, добавить, но посмотрите на вот это. То есть герой, вот именно для этой локации просто имбовый. Единственное, надо до стрелков и фрейн побольше героев с ладушками, чтобы они могли в случае чего, если не успеваешь, нормально бить издали. Ну а так, ну просто Unreal. Вот вам вся паха. Вот это вот проблемка. Демона я не успею добить. В принципе, здесь, возможно, успею добить, но это самое основное. То есть, если у вас будет 4 игрока плюс стрелок Фрея, там автопрокеры, которые бьют хорошо и быстро, это вообще не проблема будет. Афинки там, например, то есть такое по центру стали и вперед. Не знаю, успеет, не успеет. В принципе, должна. Не знаю, не, вряд ли. Чуть не успеваем по времени. Ну, в общем, вот как-то так. То есть, фактически соло раздает всю локацию ХА2. Давайте так, чтобы здесь было видно. В общем, такой вот герой, ребят. Ожива реально очень будет спасать. Если Фрея сольет, она опять ресница ударит ультой, если не успеет. Ну вот таким вот образом просто все проходится на ура, скажем так. Смотрите, там бегут одни, сейчас будет по другим бить. Вот в таком вот случае еще это какая там волна, не знаю. Но тут затащили. Видите, тут благодаря тому, что перекидка была, затащили. Ну, дальше будет просто то же самое. То есть мы не сможем слить. Без проблем. Если на максималку вкачать, там вообще Unreal будет. Вот посмотрите, вокруг себя сейчас бьет. Так, дала демонам ударить, переагрила. Все, супер. Теперь просто добиваем. Но этого мы опять не убьем. То есть ПХ 3 соло проходит. Просто демоны, ну это нереально без тэпа убить. Вот такой вот, ребят, герой. На других локациях он точно так же тащит. На адском саммите сейчас тоже тащит. Просто все зависит от того, как там рандом, с кем вы будете. Но в любом случае этот герой нереально крутой с воодушевлением. Сейчас, наверное, сольют. А может и нет. Посмотрите, что делает. Ну, сбили здание. Ну, давайте еще раз. Ради интереса. То есть можно дойти там до последних демонов без проблем. А потом остальные герои там, когда демоны вблизи подойдут. Возможно, не нужно ставить воодушку, если вы хотите, чтобы демоны подошли. Потому что будет воодушевление, и они просто не смогут подойти. В таком случае надо максимум, как я говорил, автопрокеров. Ну а так вот, посмотрите, что делает герой. Просто жесть. Ну вот все. Просто жесть, ребят. Один герой будет тащить. Так, окей. Поехали на адский саммит. Первый АС. Можно было бы еще больше построек наставить, чтобы не сливали, ну ладно. Видите, заблочили. Не успевает всего. Давайте создадим команду и попробуем с другими игроками просто пройтись.
Лучше, конечно, стрелка ставить. Потому что сейчас даже с той же самой Фреей, от Фреи взяли. Мы просто можем не успеть добить демона. Вот смотрите, что делается. Просто жесть. Ну вот все, мы остановили и издали их. Мы просто не дадим им двигаться сейчас толком. Ну то, что их двое, это еще как бы спасает. Но не факт, что мы затащим. Ну, в принципе, затащим. Должны. Но было бы больше стрелков, было бы получше время. Тут никого нету, на третьей есть кто-то, а на четвертой. Поехали посмотрим, кто там, что там за самоубийца есть. В общем, такой вот герой для фарма, то есть сборочка чисто для фарма, ну для PvP локаций. Ставить ремочку, этого будет вполне хватать. Что еще надо, скажем так? Надо только выбить герой бездонатный. Просто обалденнейший герой из последних, как и Лазуля, как и Фрея, как и тот же самый Ворожай. Это те герои, без которых реально будет сложно противостоять таким же героям. Ну, даже нереально, я бы сказал. Особенно если там будут ремки и прокачки более-менее. Даже не будет прокачек, эти герои реально будут тащить. Ну давайте, поехали. Отлично. Ну вот сейчас не факт, что мы затащим. Так, Лазулю мы его слили. Давайте так уменьшим. Вот посмотрите, как она блочит. Это просто Unreal. Я не знаю, мы не успеем по времени, скорее всего. Либо здание сейчас у нас ушатает. У меня там еще таблетки остались. Не разбитые. Да, мы просто по времени не успеем. Но они, конечно... Обалденные герои. У нас разгона нет. Тыковка у меня далековато. Ну, то есть адский саммит 4. Если собирать пачки, можно хорошенько фармить с такими героями. Так, слили, но, к сожалению, не дошли, видите. Сейчас поставлю еще башенки. Но не факт, что это нас спасет. И забор налепим. А уже никого нету. Так вот. Пока строили. Тут кто-то один бегает. Никого нету. Ну давайте подождем. Будет, не будет, ради теста хотя бы. Вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете о герое. Участвуйте в конкурсах. Ссылочки в описании, как всегда. Ну и... Не знаю, выбивайте этого героя, радуйтесь. Потому что герой реально очень крутой. Так, ладно, никого нету на русском сервере. Значит, мы побежали
Отлично. Здесь кто-то есть. И третий зафармил. Ну, как видите, останавливает просто офигенно героев. Если уменьшу скорость. Сейчас бы она вверху ударила, было бы неплохо. Но она, к сожалению, пока здесь бьет. Но это не страшно. Плохо, что тыковки нету нигде рядом для развона. То есть мы не успеем, опять же. Как бы ни старались. Может, бы и успели, не знаю. Так, ну давайте еще. Есть, отлично. Пробуем еще раз четвертый АС. Ну, будет кто-то или нет? Не хотят. Тут надо свою пачку собирать. В общем, 4 такие героя, я думаю. Любая локация будет, и Лазуликс будет пройдена. Надо будет еще потестить на других локациях, но это нереально трешовый герой. Что, третий додумается нажать или нет? Отлично. Да не надо возле меня стоять. Смотрите, что делает. Ну, тут, наверное, лучше даже будет на атаку собирать, чтобы герой дамажил. Ну, тут без вариантов нас ушатали. Предыдущий вариант был лучше. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.